Үтекінен күндіз сақам сирен олықтақтыра сақа телевидениттер әйіға сәйгілі ақсылағынан үлгер әйгі бері бенденіктағы тахарғытын көріғыт. Әйі қанан бүгін үләлейбін мен Мария Павловам. Үп қарчы бапырға қаған бағар олық бұтығар сытытық тұрар. Оның оғылар бұтын түхіні нәрдеттен қарчыны хөптәқтік тұханарға үйәрәті біттағыны өтчінің үшігей. Инне дейін тұрамыз бүгін біғіге Афка финансистар, онына аудитардар ассоциацияларын ихінен арылы бұт финансовай курстар болар кейінерге кәлен тұрабыд. Жәт оқы өрделер бдейманына, керен көрі оғын. Үп қарчы бапырға қаған бағар биялық бұтыр сытытып тұрар. Актуалынан қаған да сөтер бәд. Инне ден тұрамыд бігігі бүгін АКФА финансистер ассоциацияларын ихінен арылы бұд финансовай класс қайдда құләлерін білсе көрсе кәлі бұд. Бігіні манна көстер финансистер онна аудитардар ассоциацияларын члені, финансовай үйрегірі волонтера, олорган аллақ финансовай практикум аптара Анна Николаевна Яковлева. Үтегінен Мария. Вчера ханна келен турабуты, кепсия сенгерге. Бо ого культурный центр Айхал Сайсарга бар, Каландрашвили 31 бар бұд. Беге манна бұғылтан ханға үлелен сағалаты бұд. Ола бетер бұ корат, жекускай корат олыргар анан финансовай грамотнаға тоғыз састырттан үйретейін, идейін бапростыра бігеға икі сетес бітігер бар. Бүгін ұттан тақсан көрсеққайын олар бұд кетейін олар олар. Жа тақсан көрер болақ бітті. Тоққа үйретергетін, қайдақ үйретергетін? Әйгіні көрсеген бүгін бігеға бұлдырын үйреммет олар келен олар олар. Түгі үйреметтерін, түгі білбеттерін, түгі хатыр бол бұттарын үлестектері. Оның өтенге бұл наборға ғаңа кербет олар бар бұл ұқтара. Кеннер тоқ ғаналақ. Тоқ, хорқтақ келен олар-оларын неме бейлер, оттан баға ғаналарын үлестектері. Оты бұхе тоғыз састырттан үйерді өтте дегді. Бұ сасқа кеннер, оты номну ағырға, ғоттурға үйерімі тоғылар болықтар. Оттан бұ финансовай грамотностен хим бір ұраты болдыға. Оны қайда қылын алыр? Еті тоғыз састын ғамы хөптеғ возраст балдар хеп тоғыз сағар оғо хатан хоттур дейді бет. Таблица умножения дейін білдер. Қатчыны тұтты жо үйреммет болдар. Хеті маңнайғы кластан хағылан буфетка атыл халлар. Оғыларда хатчыл саллар берселлер. Проезка хатчыл ақтар. Хетін декайдерін ұжы хатан тұтты үйреммет. Онтан жо үйіз клас кетейін тоғыз сағар кіргенлер. Қатчы семияға барды хоқты дейін өйді білдер келенер әлдер. Оғы бағанатын әл бән кейрен барар, көржүйрі ұладан кейрен барарда, қатчыға сығығына формируйсегінан кейрен барар. Оны бұ тоғыз сағызға өпкі туғанаңын оғыны өпкі өреттек қыны, кені қатчыға сығығына атын болар, атан тұтты өренер. Бұнтын 12-лі оғыны оғыны онына ғаңадзи жақатшыны күтті білейінлерер үйретір болақыны, оғығы жа білім установки дейін. Негативный установки бар бұд болын. Оны жа олық ұстатыр білікі көнірерін ға ұстып болар. Олығын ғамай хөптіақ кем тұғыз, аз аны тұғыз сағығар оғы бұл түріп бүтін, түріп бүт күрдік көрер. Атын кейіні болдағыны, атын кейіттен информацияны ұлдағыны кені үші өйдік ұчудан күрдік көрер. Бұл ең қолы бірі, мен үйректер бір меға келдер оғылыр, мегеттен информацияны үші өйдік ұлын алылар. Бұл ұқтақ күрдік дән. Онтан түріп бүтінің кеттіңі ұлыны ұқтарымызды. Түріп бүтін, түріп бүткені оруылы, социальный оруылы қатшы беректі. Не обеспечивайдықтақ тем бағаханағын. Бұнтан ұчудал кейбілін кені білдері көрерін бәк бұллаға дед. Бұл үйттен бұл ғасқа оқылыру көтті үйтілілі әрбіт ғамай надалақ дейбі. Оттын туғары маңық формула әген барды үйірдерге оқылыпқан аллақ? Бар бұл ғаллаға дейі, қалы бірі жаманды күрді қылан көріқі. Үгіз түріп үйтектер, финансовай грамотны істен болды да олады оғым предпринимател, бизнесмен болуға дейін. Оттын кейін барыстандық предпринимател болды бат, үгіз кейін әл бақ білімін үшігі күстіғы эксперт болуқтырын, специалист болуқтырын сөпті. Кінім бір тоқты болуғаны, тоқтығаны илені таллаққаны, ән қатшығын туғаны үйренеқті. Оны беге білген бұ бастақы түрі курс бұтығыр. Практикум финансовай грамотности дейінде, бұл маңны оғыны бейтен қатшытын хатан туғанарға, хатан аттарынарға, хатан сыыл тұрорынарға, ол сыылын қайдақ сетерге де пашағы бұртын білділіңі жас үйрете бет. Бағарды мәрі бағанан бірті толықтақ бұл батақ. Өтчетігір мен бұл бағана бін сыыл ұңырымын, ол сыыл бін сетер бір түгі күніқтақ бұны. Да, меға кім күмілі өнсі бі? Үйім тұғыры меғанар түріп біттірім қатшы берек түрі болып атақ.
да мен кырардак менен тононнук болу таптылар подарок токбого келерде тонулатым ди улатан истанмай баганам улатан ярсана тыгыран ер кайдак болабын экен э буну билген караттан хинники үйрөннөктөрүн формулалар бит албактар секреттер бит албактар этин ха бесигер кирен кордок оголор аны бейлери арыялар бекиндер маннык вопрос берен көрдөрөн ыянары берек бүтүн хөп онтон эппетин киндер бейлери касыганнар бейлери эти группага бөлөккө үлөнилерге жонну бейлери мөккөһү мөккөһөлөр же хөптө хаппетинны булалар атын терапевттер төхөкө багастык берелери оголорун эйеха бу курска тоолтерге биле хем бир атын көлөнө жона боллактар ди атынык улааппыт атынык үйөрөп биткиндери боллактар ди бир хебеске да жоннор баалдар бул эбээлери билгим муллагына кылбыр мен бул үйү сылбын үлөлийбин бул проектбынын эп аны бул бастакы кылар бар даже бул устук когосу бит буллагына төрөп бит олок үйөрөтияга жанайды биллах буллактарына билгим кылбыр эти катчын адатын катчы оролунда оны олоко иңнара ситуациялар болуларга ого белем болуктах ди хатан бейдигер биле финансовый решениени ылынар правильное решение дебит да ылынар болукта онтукотугар бейдин эппитнеен сүгөктах деңе туруп бит өйдө биле келенерер оларды хылттан хылай бу финансовый грамотность когобун үйрөттерек биннаде көмөлөйүк бүтүннаде дир туруп бит элбенер Колбор бастан келенлерге фрагаджир игинча интерьерге бетим болуктарына ана бу үйрөтөр токтор болуна игровой игин эмнеге анан дагын интерьерген кыйлы этидер арагына технологиялар игин туханалар игин домашний заданиялар игин аны дагы шу интерьерген кыйлар аны болуна агалар Бұрыста ағылыр, бейлерін қатшыларын оғағын ұрықты қарғиялар. Олық маңы тұттық тақпын, мен маңы ғынық тақпын дендер, олық оң тойдарын ұрыс құтты ғата баттыр. Онына білі ұжын жон ұрттан оны көн жабеттір дағын ұлы бұра. Бұхи бейбіт қатшылақ біткен. Шанын қаны керек қады класс бұтығар. Көрдер ек қоғылыр бұтын, қайдақ әхеге маңына үйерінер кетен. Үте күннен оғылыр. Тоққа үйеріне алыр ұғыдой. Получается, у меня был есть компьютер, гироскутер и кигуруми. Я хотел и вот заработал. Это были мои мечты. А как ты это сделал? Какой там способ? То есть положил деньги под инвестиции, то есть под евро, и получается они умножали. Ну, работали на меня. Ну, для того, чтобы зарабатывать деньги, ну, не просто так их тратить. Ну, потому что если будешь их тратить, то, ну, быстро обанкротишься и мечты не достигнешь. Например, я бы сначала бы накопила бы и помогла бы нуждающим. Да. И после я бы хотела бы купить себе всяких прикольных штучек, которые я давно хотела купить там в интернет-магазине. И там всякие мягкие игрушки, еды много. Хайдаха, сэпка тут таргаден хатчан. Мене-мене, эти сразу хатчаны не тратить. Муньюмут хатчыгар тугулыны хамбагарганы? Муньюмут хатчыгар, да. Ну, например, Xbox Series S. Сангасын. Отты білген ән тоқты әнің, қатшыны қадан тұтты бақынды, тұттанды? Тұттан. Карманы қатшығын бәйін та көйдігінде тұғылынар біз? Ну, экономиялық бара. Аға, экономиялық нақын нәді. Сәп, мақтас деп. Аға, Анны Калан, халғы көрсетте қара бұ, оннағыр әй инвестициялырға өрелер әбік кетті? Атан нәхетінік инвестиция деген арыча ұлақанны кәтелі біте болуды деқі хөп. Беге бұ қатшы көріңнерін өріп еппет. Қатшы валюта деген тұғой рубли. Курс валюта қанны көріп бүтін сөбі деген. То есть бұ интернет ресурстары хөпкө туғанарға. Курсу қанны көрірге деген. Онтан хеті ұжы оғы бехеға кәлін доллар, евро деген көрін өретен. Курс банк-банка туспа-туспа хыналақ болар, банк чепчекетік атылы хыналақты қатылы ребеттені көріннір.
оголор хэти бэйлэрэ төрөп бүттэрэн кэттэ кэпсэтэн хэти нэнтэрэй хэргэн, ужу хэти валютага холбра бу сүрүннэн бу бирога бэйтэн нэнтэрэй хэти нэ хатар. Бэйгэ хэти нэ канныгэрэ инструмены дэн хэбэлэвэппэт, эппэппэт, обшэй холбра маннэк, обшэх чартаа хатиэх бэйтэн сэп холбра валюта тугой бан, тугой да, бан ханнык услуганы үнгэнэ оңорору идэмэд, ханнык инструменнэрэ ту ханнык бэйтэн сэбэ идэн. Отон бэйгэ основной, главной бравла бэйтэн холбра качаны Өлірігінірі болбатық, қатшылақ болуқтақ бінірден болбатық, оны хатан сақраняйды қанады, оны хатан приумнажайды қанады ден. Бұаты финансовы грамотнай кейі біт, обыра хатақсан келер, кені қайдық кейіней ден. Хатан мұньонлар, хатан әлбәйтіндер әрден. Оны тұны оғы жоны хөбілен бір біттір оғы қатшытым мұньон мұд, жүгін әті бұ оғы бұд кенігер әті бейті мен наушной исследовательской үлелі қаты, личное финансовое планирование ден. Он тұқатынан шаг будушы ең күттан тұрардақ. Онны бұ еті сылларын қайдақ сетес бетін тұғынан. Еті әтті де компьютер, кегуруми деді, гироскутер деді. Он тұғатын сылы бұға бұға қатшытын қайдақ мұнян, қайдақ ұрысқуатын күтчатын, доходын ұлатынларын еті инвестиция еңден тұлы тұғанна бұтта де. Қаннар ол біргенге жонығар берін түрекем ғытығыран евро ұл бұта білі курс қамсағынығ Бастабыт, международный форум, второй форум полюс холода объединяет молодежь, тем был бы это был риман. Он ноген эти месте лентура робот. Почему были джигнях олох ситуация, тен курдук эги упражнения и наоборот та были ол терпитергер банк курдук есть первит кредит первит. Бігіне бұлланы маңны жұбы үрбе бірігіне теория дегпін сөпті, онына ағуын бірігімміт барта практика. Ажас олық бұтыттан. Құлыбыра, ұлан көрінерім, оғы ұсколаға әті математикатын кенегетер бар задачалар. Чым метро үйінде тақына жоқ ұскайға олырыр оғында, первай екес қылаған олады тұғы үйінде аң сөпті. Бігі бұлланы, ажас бұ жерлерін аттығар бармаға хыңға. Маға ғынатын әтім, онны ғыналары тенгінәйін, хеті жа банкамаққа баран қаман тиеммет, ажасына практики көрімміт, карта қайда құлелерін, туғаныларын, хенне көрәтіп, өтөлігін, ағуғын бірігіміт бігіні практика. Онны жа құлыбыра түріп бүттірі ме бейбі деген, түріп бүттірі күтті сұглашыңе түйерсе біт, бігі көмілі үлдерігі. Олады оғыны күтті бұ оғыны көпілейінетігер көмілі үндемес. Маңына керділер ғразу, ол түйе қымнастақыттың ең тұтылғы оғыға көпілкен ұрды бұд, оғы жинна қатшынан туғанарға үйренергер демес. Виртуалына ең бол батық? Білеген болуына қолабыр буфетка, қас күнәе қатшы ұр. Қасар бүттер ағылғар, оның әбетте кеме бәтін қатшынан тұттан расход, доход, тенем бир доктор. Мен бүгін болғаны бүгіні қойға хаты, оны меха, өсі оты то қойға тұғы итуағы іспетімдер, морс іспетімдер қолып. Ачаны зашым батшы қалы ден, үлбәу қойыра қалбыт әден. Харсынға бар әме мамы қатшына да бітті әтір, бәті ақтыр. Бұл финансовая грамотностен ұнырғы актуальны тема де білеген. Олы бұрқыла ғырғыз қолыларға ғаңа кейренер әді предмет бұғытынан. Оны түхен әді дегеніңіне етебі білеген қолы бұрқы. Тоғыз састағы қолырттың түхен дағаны номну аға ғотту еріміттерінен ең бір қыралар болады, орай мәнік оғылар болады. Бұл бәтші қағыттан маңық тұқ па серьезіне бәке Білінгі үйе ірді біледеді. Олығын болуына меңіңіқ бар оғы онына еппетті еқті. Курс бұдегер виртуалнай қатшылақ бұд. Бәліне системалақ бұд әме. Бастан кердіқтіріні батшықай қатшыны тұттыра бұд. Курстарыттан тақсалдырғар әлбәдіндер біттерді ол қатшыларын ашап бұдтарды өде. Оны бірғыны нең бартын бәлірі ғот болды? Аға, оны тұғай бітін бәлі тұғары үлелерін чоңыр батылар, тұғары задачаға сыйға ғоттатылар, ұрыс қоққа бардылар, енде тақтарына минустан әбән, чәлінік күні не әбән. Кәлін теғар дейін оғы құлыбыра бұ өйдір, тұғы-тұғы сыйға күнімен қатшым әлбәк бар бітті Бағар бүккенірі бартын ұлбат көрді күні өйрені хаты бүттен. Хөйте необдуманные расходы дейін. Наға импульсивный дар қыра олар. Подругата тоқырылынан кәлбеткені оны көрді дағыны ұмсырын. Мені мен ол бағыра бұн дейін. Оны әтәбет, оғылар неделі кәтеген. Бүгін бағыра бұн бір неделі кәтесті бет. Бір неделінің өннік жүк үске бағырар бұллақ бұтына,
была нонгоннобот. Хына тетюхену, ханнык мағыңа бары, бағаратын мағыңа чипчеке болу, оны барытын юрете бит көрі биттен. Хы, бұл соседіне мағыңа бағар хына лақ болу дебет, да? Оны күні мұд соттанам мұд жа, қас күн ұстатыр, қас неделі ұстатыр мұннен мұд бейі қатшы бұд дейері де. Хы, бұл әтекте запланированные желания. Оннук ого бейте хоттанан качытын муньонан урунан дейбит баланы олмалын қарыстыр, ғыналыр. Аны бейтін капилкатын егер качыта муньолла хатар баланы білі. Түгірін ха бағардым дейті, качыла ханыл он түкойгынан дейті аққа, мен качым батты ол, дейін. Бейе качыта дейін номну арар болады. Оннук, оннук, хап оннан түкойдарын ғыналылар, қарыстырлар, хап олады. Тух барбект кем бартен илар нада та хоха битени иде билкелер. А што иде ке петилла, муньолла нол нада та хох бител бен та гостеин ден бедлерен уже иде ругаранно ханакеллер. Он там бу манна хеге тогустастартан лат кассастаргар дилы онне боли. Хуртар яхпан бардах пане хебе осколлар инг төрлигит. Осколлар кат төрлиле хебе тете учебный завуштар гати емет информацияны беребит. Учебный завуштар учуталар классный руководительлар ген информацияны тердиллер. Классный руководительлар уже төрпиттер гати тердиллер. Беге мангнеге класстан класс пар ого итиллер эйгетин кенгити ден теманы үлелибин мангнеге класска библиотека асыртанлар эретим. Он тон был улатан из тахтарина и интересен уже хртан на рабы. Холобрна был беги судьбе без осколага Никита Яковлев Юринер. Он показал, что их лахты кутыватан из темит балерин бюджет тен темага окружающий мир урокар киллерен миткини докладан из темит сурдеан сенгер биппит. Он на был магнега сентябрга айхал бейбит сайсарской округка айхал оғасын тіргар мастер-класс боларын истем бастын математика оғылыр бұн қаянды хүджіңден рекомендациялан түріпіттерден көңіл ұлымын ағылан хұртыннар бұппын кәні оғылыр хәңәрінлер бұл жарқаттон Анна Николаевнаға сөбілен сылжалар. Үз бөлік қарақса бұд 9-тіріттен 12-лергер, 13-тіріттен 15-тіргер, 15-тен 17-тілергер үліден. Бұл әді бұл 17-тілағы, 16-тілағы оғылырға ұжы ұрақан хоғызда дашалар болалар, ұжы білі бірғенінен сөтті бұд, ұжы ұлақан білі терминарына нейін кепсетек бүтінсі. Бұнтан күріғығы худырғытан әлбәқ оңыларда ғейін болар олар кеннер. Басынамнан бұ баларын білеген, хайта қартынанын әшілдік воспринимайдылар оңыны, группавой еген көріңнері хөбілілілер, бұлген күраларға қолабыранып болар. Бұны курс бұд бейті 6 неделі лақ. Бір курс бұ қолабыра 6 неделі лақ. Бұны бұ основы финансовай грамотности деті бітті. Бұны бітер біт оғы бейті талын сөп 2 қайысқалақ бұт салқы. Бір қайысқа бұд әті проектная деятельностен. Олады бұғы шаг бұдышы күттағына, олимпиадаларға, марафонларға күттағына болыр. Научный қайысқанан барар оғығы. Онтон хорық оғылар бұд баллағына науқы өттігер ұқты баққалар, бизнес, предпринимательство өттігерін хабағыралар. Оны бейлері илінен түгірі оңыры өрімбеттер, мамылары, папылары көмілхір болуын сөп. Оны ол оғы оңығын кенеға себестоимыған суаттан, онтықатын атылырға ханына қайдақ рекламаларын төр ұсқуаттан. Әді ұжы мастерская бизнеседен икес қайысқа бұд болар. Бұл маңық курс ұрғаттын бәрі біте болы биолог бұтығар ұрбанеттер де бұдан әлбәқ бұлы біттер дейін өгіпті? Атын оннық дейін өбін өп, өпсайынан статистика көрдірінің қолыбыра бұл сүйіз бірген. Сүйіз бірген бұл ұрбанеттер ғаңа регистрацияламыт ұрбанеттерден бастақы ғылығар биоғым бірғені ұжы қабылылар дейін. Бастақы жығылар көріп, ол тұқтан тақсыры білі білбәттері, баға ғана бар, қынан барын білбәттері көрбәттері әлбәқті, ұрақаттары көрсілер. Онтан оғы бұ 14 сағаттан кені ұжы частична жарықтанар қықтақ, ұжы договор түйірсер қықтақ, оны әрдеттен бұқатшыны келдерімет, үйіретемет бизнес. Оғы бейтін бренд үйінден өйді білдер кәлелерсі бейтін үлінен оңғылы бұтты оған түкен сыйналы құшығы үйденді. Хетіндік керенлер кеннер налог түгі. Қанның тәрілтелер кітті бұ оғы қайықтағайда предпринимайтел болдыған әйгенден. Хетіндік ке барам бұд мүн көрдіқ біне құлып бұ бігігіттен тақсы бұт оғылыр өсі дәрші фабрика предпринимайтерство барықтарын хөп, оны әжас чолан предпринимайтерствоға үйретелер, әжас ұғылу біліні, то есть хеті ұжы продвинутай уровеннер баралылар, онтон дәрші ұжы инвестиция егенден хеті дәрші уровеннерінің бара негектерін сөптеме. Ай, шуге, де бұ қантан білсектерін хөбі бұ қалындар шүйлі отыр бейтекелелерді өбітер ақсы. Бейге бұ инстаграммы, Никита.
Хитинный был Инстаграм страница вот бар, манна айхалка келлектерин сөп, телефон мут номер бар табар, электронная почта вот бар. Он на тон акфаден, это проспект Ленина 4/3, первая тяжка кирдаха он на бар бит. Улахан основной тох бит, это ресурсный центр, и нам бе оглору ректа был бака, эдер джону кетта, агахастах джону кетта, пенсионер дар кетта ден, хитинный босхоли экселар рита бит. Он такой бит, это исторический парк, Россия моя история. Олорукат темет договоренностях, бит он на темет босхо мероприятия лар рита бит. Бейбит тоху нам кордоробит блихиннера бит, келен онюга кеттан, келен ол проблемной ситуации на ртаммет, круглый столы дем болалар ди, хитинникке кеттаннар, он там билен көрен бейбейлер гаротон. Этер бес радиата дивитта, он истиеннер келеллер. Сепче. Махтала Николаевна нахашуге улягыт олох тирахтах болдун халганан истин оннаттан түмүге касар халынан көстер боллага ди. Атан нагар бу булырыңга оголор бу түмүктерин билигин көрөмөт наха үйрөбүт. Булырын 6 соскуланы кытажас чугасты көлөс үлөлөс бүппит, онны сүз бүйүн ого харжы бута. Ол оголор бу результаттары мен халбак бу хаскы көхүнгү семейный фестивалден болор, хэ? Бу финансовой грамотности республиканской. Онны халбак ого бу темеди үхүс кластартан улахан кластарга кыттаннар. Нахальбек приз бегота, ого бейте были баганаты мен наха хайыр хетен нахэп, качыны тутты верен яхпен бағарабы не бітте. Иди интерегене бітте. Математика скучна, дехтерін хэпта, финансы скучна, но оказывается, маннык бо фестивальлар, бо ман хэте эффекта. Финансово-экономическая колледж дарыстарына наха жу хэте тух фестивальлар болалар. Нахальбек оғыларға конкурс бегота, вебинар бегота гидалар, төріп бүттер, генаны гидалар, лекторий бегота болар. Бұны бағалыста сайтар бүтін көрін оларын, онына кейрен төріп бүттер, бүді босқо болар, оны кейрен бейлергер туалақ информацияны ылынанлар. Оғыны қасса ахаттан қатшыны тұттарға өретерге, да қасса ахаттан қатшы карманына қатшы берерге өретерлер. Вычет ден той, налог ден той, страхование ден той. Эти вопросы бартыгар өретерлер. Итинник ден турамыт, күнді көрәшілер бігі бері бітін халғы бұд, салғы тұн студия отын өбіт. Әйгі бері, сақа телевидение тігер. Өсеті күліте өкінден күнді көрәшілер әйгі бері үлетін салғыр. Онына анығыз ғыжытар бұн білгеннәре мініне қылғыз сюжетті көріна қаққайын. Крачан Ева Борисова оғыс ағыттын бәйтін күйін урбан әйгі тегір қолыныр. Илетінің хөбілән, слайм, арас кергел оңырыр болын, қобби жарғын әбейді қот оңыстын бәйтін қыранадатығыр қарчытын болыныр. Күн бүгін Балта София ұлатын кіргіттір күсті қаманда болаларден түріп біттірі өрәлілер. Борисовтар оғыру тағын құтычу үннерер болын оғырсу салат дәлей. Кіргіттір онтон тағынағы ғыларға ратылан әмей қарчы келлерін әлілер. Тұх барыта же кергентен сағалынар. Үп қарчы суыта ұчуыта әмей. Ева Борисова Балта Софиялын онна иете аллалын бігеха бүгін студия бұд күнді ғалжыттара болалар. Үте күннен күргіттар? Үте күннен. Жамарай жейді болысты күрдіктар күтке. Күргіттар, чекеп сияқ қара бұ. Евалақ София қастастақтары. Алла ән қалырына. Бігі же керген Борисовтар екке күс оғылақ бұд. Олықын оғыт Ева Борисова егінға. Сақы национальная гимназиядың 6 қылағын өрін әйтшеті 11 хаста, онына 6 қыл қанылы бұл балтылақ бұд. Күнчен ұғыян етілі әйтшеті 6 хастақ. Жауыны бұл кіргіттаргың ән күрі әддіқтәріттен қатшыларын ғоттурға, ұшыоттурға жәбәлері кіргі бизнес тақтыр дәбітті? Оқ, әйте болылар үйретті тақай дейін бол бұдақ сәп, бұй тоғы оны сұлылар олар болақ бітте, маша. Ол онына қатшы кірімчеген өрже білен ваттақ бітте. Негінан, мейхәті үйтейді күрді бол бұдақ, бұл ұқтаған күрдік тиян үрдім. Хәп, онтан жон бұйыр әбілін бол ғымтатын ұл бұдыттан бәйімді соғай бұдым. Бұлыр Инстаграм хоқ, Ватсап хоқ, интернет хоқ, негінан білі бәтақ болады. Негінан бәйім оғыр дәңім күрдік қол бұры бәйім.
я хайдагай, огутугар миону берер денди, он имен крэддах пытан лотерея, горна тлан, мороженое тлан, петушок компета тлан, жвачка тлан, барон, ого бартан дыкан бута, бу улюбнен дыкан сеттах пына, кихи бартан нектир. О, деб я скола, он атыл эртевит, он дук лотерея, горна эртевит, он дук ярмарка кат эртевиттен. Ол, джогурбун дехкаду, ол, хатабол бунаха просто, ого бар евага тухтабутын. Ага, он на тон. Ого, ханда кара сахагар келлагана, качон урон барар, джихигар маматыгар, бургуй на тылы хатыр, онгуктуру на тылы хатыр. Бары было де. Ол он тукайын просто бурдук чугей бағайтык сахалан уран юретен беру перманат тахан келбеді. Ағыз саспыты рол тақыбыда. Ағыз сахагар качолерен ха бағарарды. Он тукайыгар кып кратык көмілігін бербетем де қоғы. Ага. Табуга стахтык, септяхтык, ажиотаж пол бутади, ого, барта слайм, урор, жвачка для рук. Тот он, мане, атын хогус уровень на тахарен бедах, а там бетюк кемпет атлан сох папулан деблин оголору, и нега нам бу отчетава кемге ева кандарыры. Дыры ева, ем бейн кепсере, бу слайм урорга атын оңыстан баранлар оголар бәлергер халларан бәлер. Бәтті, ән бұ маны тоғы үлістерге хананың. Түхіл бәқ кейі кәлін әйқа үйерімді дәй бұ. Мастер-класс бәғы үппітің де слайм оңырғы. Аха, чәрі кәпсәрі ғылдады? Әлбұқ бағы мен әйқа үйерімді. Благодаря мен хорақтырдағаны оғылар бәлері мен мұндық бизнес самые короллары начинаются от 50 рублей, да, заканчивается до 250. Все раз, так, Он объем. Урнан сразу тратить мукпан. Тогда инвестор га и нугачим. И ты не только на нем все поскулат лирва путра. Оскола и гигерин никакие кутубары ухта, олору рухтартан, джараллар и ниллер и нигнан, и ты оскола берега бихеха, мандук ты хюк успеть где. Оскола хатана тла, пулана охана тла, не видел и нигнан коротарга, магнарга, полочка, деньги, источка на рибу пут. Источка на рибу пут, он там, эльбехова сода, туз, блин, тубар там буквилар сатамат. Ол, ого, тер потребности ребеханы мастер-класс или гидлерибита. Бу мода то уже аспыта. Бу блин, манан бихидер там мапут. Олох манан кардус тахтер не требит энергия брана работ. А так олох массово тух по мурхаджипут. Лагдарнан, школа ларнан, детсаттарнан, гуяндарнан. Бу пандемия келен тохтату тех. Олох от тунюре не редаган. Ага. Ура то было. Олох опта конкретно. Кюнгё олох барта манан расписанете. Ага. Бир от тунюстюмех. Лагдарнгран лалар. Хорошо, да, на деревне лергаваран. Деревне леркачугас, хатас, горнай, лустарга. Ты с географией кинга ведь. Он ну, он ого, качем то нен, каче сатаны лагана уже мы на колюхе хамсан кирем браш, пунтики гайки брата хамсан бара, он ну улог по инерции браш. Ага, че я вот на гиганга гангарды харебо тухко урнаны, ханнера инвестиции ливундетинди. Ага. Допустим, мен бәбір урнавын, тоға етергер мен бәбір таңасылына бұын, таңасысапылы бұын, да постельного белье де құрдык бәбір бартын тұрға. Елі қағаны еқа болып, бәді бәйін өлір біз қатшығына. Бұхи құлбір ағыз састақ күріғі бұллаға де, ағыз састақ күріғі маңызында керер, түгірім сүйірер, оны ева деймін. Че төбеғыр соттары құлбір надаты да құқ малым сүйірер түгенеме бар. Оно соттады так не были кораблади. О, тут слайм, он качен сагабит. Кебис, кебис я алба путян туру урат тугане ми барите. Иньяганан бу кинеха эквивалент были. А качен атин биллар. Качен атин биллар, кайда гарейнен келем биллар. Оно бу бихиджекерген кошелек пудаттан, курбаник пудаттан, ева тахчар сутагасыл агасаттан. Ты бу оно агар бу туха бит. Сот учет итар тетерет тюгаля бит. Отчет финансовый. Бувалана слайм кенеди, манна бу слайм хеттон, клей, вафля, наклейка, тюхел, бута барта сурулда хаджир чоккайдык. Ага. Он эти сибир очокку неме кодрэрэ блин камераға стухтара. Антам бу блокнотам отдельный, бу уже атын бизнесым кене. Блин, бисереплетение ден
направление габардым. Буба. Көрек қара. Сырхайшы, әмманы көддірер әмін. Бұл көмілі әйт, бір ұлқан көмілі әйт. Сыфия болар сыйла маңны жеке ұлық ұлқан абион партия ұғықтырғы ені хақастығыларды слайымдары бейдерінен тағынан тоқ бар, еппет хомосып барды керер ол слайымға. Ағабыт күтті түкін үтші ұлық пигмейдер күрді оларын барың орабыт. Кемірі крас қылыр, кемірі наполни. Ұлық барды механизированна. Ағабыт күтті, ағабыт доставщик бол бұта, мен курьер бол бұтым, мен админ бол бұтым деуі күрдіксеп, онын күнді көрәтчілер оғылыр күт туғары сағылағыннақ бұлақтарына бағалысты оғылыр күтін бұқа ден настоятеліне прошу поддержкалан оғылыр. Бұл чеккан оғы бүйе көмі бүтігер нағана дейілдер сеп, онын әйде бастан ағабыт күгірер әті, онын үже нагалядын хүрен керен барды бұд, үже сыпырынан көрді, онын бәті мен тірігі спортивный велосипедін, ағатығыр үтчетағы кәмінге iPhone Pro бүтігік версетін күттіңа жылғатылған бербіді. Әті әчім говорит о том, что оғы көмілістіқіні оғы возможны әмей олған кейгенін күрдік. Онтон етим тух барда кемнях кердистях модахар, ано ого барда мандагна нигдеди, бу огороти хенине. Тюлюпюнге. Бу кургуттар мекетен олорлар белере. Тюлюпюнге ватсапка кирбекке ого манан жартнара будан ордук. Тух бар огоро мангандарин кериен эми ие ролла манне келлесе. Канна тухе саналаганан тух бар формиур туратна тлахан бердим ого орор. Атылыр точкатына рикдивот билин хамагатык бара турар. Аха, бу маннык маркировкалан лейбллан. Онан улусколор атчылар хит тух білген бұл интернет сәтіме бар сәп, аңды дүнің почтаның күттігі долар бұд. Инстаграма қуаныға ренетін ұжы бәті ғатыр, қырардағыны көбі әріп. Ева көддірі ен, Сафия. Оның бұл ұлысқал ұратчылар, әңнәтчілер. Сафия тұғын әтчінің бұл көпсет. Сафия меға ұғырон әрдір. Ұғырон әрдір, да? Сафия көддір, бұл мәне әнің ұрбытың, да? Кені меға ұғырот тәрге көмілі Харағар білі фурнитураван бұл дейін қаячы, задание. Өнтікі бұл берер Харағар бәді дағаны оңғаратшы. Оны кеме көмір әспетін дейін мен Харағар кене әқа тұқ. Білі личны ассистенің көрсетті. Бұл оғыбыт тұқ әмәхе ос. Бұл ағатын күрдік, бұл мен күрдік. Жамай күндір алайын күрағы. Саңата қоқ толар атчы. Олық өте исполнител бұл. Маны-ман. Ева, өттін 6 класстен білі әппетін әстәк класты. Ағыз састақтен қас қылайды? 104 класты. 102 класты. Аха. Онны меттін экзамен үйерің жеғы өләйім бұғыда бар болады. Онны мәйді пәкінді бұл ол түгірүтші пигмейдер күрдікі слайм бар бұқпер болықтыны береме бұғыны иддей болықтақты. Мен береме мен наға түнегін ауын, аттырын ауын, береме күнді меға стараюсь успевать бардын. Бұл маңынық жүрік келдіғіні әп, оға бәді автоматически сағаланыр, көйерінер. Келен рухпын ақтым, еппін сүйдім, ахатым өсі бұйлар застан тұғыр бейіға. Оны түкайы келді, оны бұл маңтықайы рабдюлионны бәді арарар біреметі бар. Тұспа бачыттан бәді алыр. Оны оқ құттан баққын. Қатшы дөрен бағарар, интересті атыта барын бағарар, бартын маңдық сағаланар. Меға список берін мама этикет көм бітті, мама упаков көм бітті, мама ұнтықөм бітті, мама атылға жүрер дейі өттірдік. Ондық бәбін жайыр. Ата ұрақты ұрақсы бар? Ұрақсы бар. Ұрақсы бар бұл. Білген арасы нюған нюлар жүлбін, бірақ ұстар ұндық. Онны күні-күніктен ұтын инстаграм, тикток қағынын нөр кені жаланан жарқтанар. Біреме хим бір ұрдыр. Харағар көрәйтшім, инстаграм ең көрәйтшім. Жаннар қайдық әсі оңғыраларын ең көрәйтшім. Идея ең көрәйтшім, харағар. Ол онына керімен көрәйтшім. Еватын өсі білер бітінен алла еттен етарым болады. Доллар қылаттақ күрістен білер дейін оған мәне көрелер өмірі. Арағата аңды үйдірдінен болу сәп. Ағыз сағағар аң бастықы оңғырбұт қатчытын бігі стабильный курс тем болар бұлады доллар. Российская қатчынан ұқпаққа долларға вклад ұқпақ бұд.
сынны акция дене атласпыта, он такой күнай үлелі етар. Осколыны бітерерділі тұты ұқтақпыт. Оны күн бола-бола керен көрөбіт, он такой бұт олар курс долларынан қамсы етар, үлелі етар, үйіне етар. Бәйін көрегін оны? Көрер, кабинетті. Түхі бол. Оны тұққа бұланығыты үйраққа керерді? Үйраққа керерігер. Үйраққа керерігер, проеғі болуға, тұттар қатшыта болуға. Оның түріппеттер оғылар күтір вқылатар ердеме. Құлданын дейін тәқпін бағарабын. Ота тек қасы ғатын өпсәнін ұғыға тендік үйірігер, инеке ұлғығар, құлат оңғырыр ұрдық тендігіне? Бұл бігі келін тұқ құлданыр болды. Оғыз қолыны бітірді, бабат дейді өйбітті. Жінжігінен ұғы түреті ұжы күрі күралан құлады байдан ернады дейін ұйбын. Олық тәтемегер, ол кредит, бұл патека, қадидар олық сүйрігер ұқсылланмыд білі кейін ұхан абатте. Оғы бұл түржі алтыс қаласте бұл. Оныттан бұл бастықы ұта тұғата қатчөлерді барыр арайданнақ. Оны бағарауын, маны бағарауын. Мен неге істі? Олық қатчыра барын бағарауын. Тұр-тұр-тұр-тұр-тұр еба, тұқта-тұқта кебес-кебес. Мандық темпанан мүнені хоқпыттеме, мүненар туын өйреған әме жүт-жүт тейппітім. Нагылядына росход көріқті әқоғы, ол бір әмбір росход әрейер болады, оны переход. Онтын росходын жүрген көддірдім, ой, мама, нағал бөғі бар абыппын әбітті. Сырыр алу, кейхи мандық бағаты кәрені хоқ, бара турар, бара турар, қағамды топтоптым деп әққін. Оны тоқтатамын, бұл күрігілай сумма жаңырды бұт, төкінетті бұт, төкінетті бұт, ева маны ұруққа ден бұл ева өйін ханатын ұчеттан тұрам бұтық бұт, мен бағам бол батақ. Оны кіра болан бұл ағатын аты көрінжер. Атақ ева қатшетеден білер бұллақ бітті. Оны ұғыға инксетін ұғын ұруққа нады. Оны түхі өр біреме бар бұта етіңіздің? Құлый, өр етек қанады болады? Құл құрдық бар бұта. Хем бір ұғым сырыр әл бақ болады. Учебіне әте рабочы тетір әттірін, қолыра білім ұлынар. Өте 1 сентября школыны базарға бардың бәті ұлынар. Наға чүгей? Меха наға чүгей? Бәбір әлбі қатшы қалады. Әңбілесімейіне бюджет көр өмірік экономия. Таңның бағырыр модынай таңағын жинсетін бардың бәті ұлынар. Онты мен аттығыр жауын ұны контролуын е бар үтчі ярақан әбіт. Давай скит қалыны көрек қайын демен кәндеттің сөбігіне әтші кейбін. Оныттың бәті әтелетінен өлірбік болан сұғынылыр. Еқітші табатақ бұл ақылы бұл қырадзан. Маны еңдер бұла білген ұры коридор бұт ұсқай оқысы бартын топ көлдіңі үші бағанды. Жәбет бағай бітті. Ева тұл аттақына кем бұл ұқын бағарғаны? Мен бұл ағына ұл аттақпына экономистка керебін. Петерге ду Москваға институтқа керекін бағарам. Қатшы бұт мүні ұл атар. Антон, бәйім бизнес арияқын бағарамын. Туы қайыз қала? Бәйім брендің ұрықын бағарам. Біліңе күрдік. Таңасыда әбітер кергелді? Кергел енде күрдік әлбәді құттақ бизнес. Ұрықын бағарағанда? Сафия, нөлі ағалағы? Ұлым бәлі бұл. Мегін нөлі ағалары бәйелі. Директорың мамаң. Ох, кені директор болам бұл. Вот исполнительный. Да, мен құтырқсыт болан керемін бұл әне. Жа, оны бігі бұл түмікті өкпі теніне алы ән түріп біттерге бағана. Оғыға тәға еққанады, оғыны күттіғы құрды болу қанады. Бігі әлбақ кейіттін әтәтші еба. Мамаған күтті жүгеде, қырғыттарым күттіла жүгелей күрдік бұд, кейәші шу-шу-шу-шу-шу, оны маны қағатан мештайды бұн. Оғылар күтін күтті мештайда, стройте планы, оғыға тәға еққанады, онына оғылар бұтығар тірақ күйіс болу қанады. Оғыға олдыранады, онына оғылар күтті тәға еққанады. Сағаттан қатчыға болын, 5 састақ болын, 4 састақ бол Нағай шүгейді өттен оғыбыт күнаттың арытты күрес оғы сағаттан болады, онына күдзік түріпіттер елі ақыға ұрула сүнкен болаға. Оннық. Мақтал күргіттер жын нағай шүгейдік бұланынан, жаханан олар әрбіккет, әсі дағыны қылаққыт әлбән істін, аны Сафияғар еқі тұрдаға бізінің әме кәңен істін еба. Күтат, әсі дәйін тұсқынан істекпітен итағай А мы продолжаем наш эфир. Эйге кружит вокруг всех сфер нашей жизни и говорит пока на двух языках. Так что мы продолжаем говорить о финансовых вопросах. И следующая наша тема – семейный бюджет.
Поделиться своими секретами согласилась семья предпринимателей Майя и Эдуард Егоровы. Они не только успешные в своей сфере предприниматели, но и родители двоих детей. Как все совмещать, успевать и самое главное, рассчитывать, чтобы всем всего хватило, да еще и приумножилось из первых уст. У нас в гостях предприниматели Майя и Эдуард Егоровы. Добрый день, дорогие гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем свой рассказ. Вот как вы решили стать предпринимателями? Это было вот обоюдное ваше решение или это случилось до вашей встречи? Ну, мы оба были в найме раньше. Угу. Да? Когда мы поженились молодыми, мне было вот-вот только стукнуло 19, ему было 21. 21 год. И, ну, будучи студентами, мы, получается, закончили вуз, далее поступили на работу, mm-hmm. потому что воспитывались, ну, я воспитывалась в семье, где нужно закончить учебу, потом пойти на работу. Ну, так и случилось, поступила в фирму и там работала 1,5 года до декрета. От зарплаты до зарплаты, да? От зарплаты до зарплаты. Mm-hmm. Ну, в принципе, потом... меня все устраивало, потому что это была первая работа, первые деньги, и... было очень даже хорошо. Угу. Но это было до того, как у нас появился первый ребенок. А как известно, когда появляется ребенок, бюджет немножко перекраивается. И поэтому те небольшие попытки что-нибудь сделать, которые мы делали, будучи в найме, показались нам более интересными. А зарплата, которая была в найме, ну и далее вот декретные деньги, угу. они нам показались уже значительно меньше. И мы задумались о том, что нужно стать предпринимателем. Угу. Бизнес сейчас ведете совместно? Да. Ага. Какое направление? На самом деле мы работаем раздельно по видам деятельности, но обязательно совмещаем, потому что считаем, что бизнесы похожи между собой. Угу. Главное что-то делегировать, что-то делать самому, что-то делать в паре. Главное, чтобы это совмещалось. Угу. И, по моему мнению, мы очень хорошо дополняем друг друга. Я более фантазийный, куда-то там в облака могу уйти. И в это время Майя приходит и говорит: так, спускайся, давай работать. Поэтому мы совмещаем. То есть вы такой креативный директор, да. А Майя финансовый. Я исполнитель. Не по финансам больше он, я просто делаю. Ага. Вообще у нас предпринимательский опыт начался, получается, в студенчестве же. Да. Какие-то напитки продавали. Ну, уже такое было какое-то начало, да. А такие вот именно заработок пошел, когда я уже была в декрете, и я начала готовить дома. Ну, как многие, наверное, в Якутске женщины так начинают тортики делать. Ну, у меня были не тортики, а больше обеды. И оттуда у нас все переросло в сферу общепита полномерно. А вот говорят же, в предпринимательство уходят те, кто не хотят работать с 9 до 6. Но теперь отныне они начинают работать 24/7. Да, это обязательно так. Все, кто уходит на предпринимательство, уходят из мысли о том, что да, действительно появится больше свободного времени. Но тут нужно добавить о том, что до того, как появится свободное время, нужно, ну, как бы... поработать значительно. Вопрос лишь в том, как долго человек будет работать предпринимателем, как скоро у него появится свободное время. Это уже зависит от того, насколько у него уровень предпринимательства будет. Угу. Вот у вас как случилось? Семейный бюджет от бюджета вашей фирмы. Как вы все это различаете? Кто это у вас ведет? Кто за что несет ответственность? Ну, я часто говорю о том, что мы не очень гигиеничны в этом вопросе, потому что мы обратно вкладываем деньги, которые зарабатываем, пока не откладываем на какие-то пассивы, на какие-то крупные покупки. То есть в развитии? Да, в развитии. Пока только в развитии. Потому что мы видим, что эти деньги, которые мы обратно вкладываем, они больше принесут. Но при этом мы обязательно успеваем путешествие обеспечить. Да, это вот железобетонно. Что бы ни было там, коронавирус, не коронавирус, абсолютно неважно, путешествие должно состояться. А с какой периодичностью? Мы каждый год стараемся. Стараетесь? Да. Всей семьей, да? Да. Вот да. Какой процент от дохода вы откладываете вот на этот обязательную статью путешествия? Ну, по-правильному нужно откладывать 10%, да, говорят? Да. У нас такого не бывает. Мы обычно большую сумму сразу вот прямо перед самим путешествием. Но я так не советую делать, потому что если у вас есть возможность копить, откладывать, и у вас с этим все хорошо, то есть этому надо научиться прийти к этому самостоятельно, чтобы уметь это делать. Потому что
У нас пока с этим проблемы. У нас нет такой, как сказать, дисциплины прямо брать и откладывать вот на путешествие. Вот это на что-то другое. Но вы идете к этому, да? Да, к этому. Мы учимся. Да. Ага. А вот у вас обязательная статья тогда вот годового бюджета. Получается, есть путешествие. Да. Что еще есть? Вот машина. Машина. То есть расходы на машину. Да. Мы причем эту машину посчитали, как будет сделать выгоднее всего. Угу. Можно было бы накопить и купить машину, вот как бы, да, отложить. Но потом мы увидели государственную программу, которая на самом деле является кредитным продуктом. И посчитав все за и против, там чуть ли не в проценты залезли, сделали вывод, что лучше по госпрограмме приобрести новый автомобиль и тем самым улучшить комфорт автомобиля, и эта машина начинает работать на тебя. Поэтому есть моменты, в которых, ну это точно не путешествие, нет, в которых кредит бывает... Во благо. Да, во благо. Ага. Это вы планируете за сколько, получается? Вот вы же берете этот кредит, получается, на какой-то определенный срок? На какой вы взяли? Например? 3 года. На 3 года, да? То есть планируете бюджет на 3 года вперед? Да. Ну, вот эти вот обязательства перед банком, они у нас всегда числятся сейчас. И все дополнительные, которые мы брали, в том числе для бизнеса, мы в том числе привязывали к этому горизонту в 3 года. То есть мы... Чтобы купить машину, год планировали и взяли на 3 года. Пока мы это планировали, у нас 2 года прошло. И в тот момент, когда нам нужно было расширяться по бизнесу, мы взяли кредит, например, на 2 года. То есть горизонт, который был 4-3, он уже вот сокращается. Следующая статья еще какая есть обязательная? Вот. Бытовые расходы, коммуналка. Да. Ну и ежемесячная вот это, да? От этого ни в коем случае нельзя отказываться. Никогда нельзя откладывать платежи по коммунальным услугам, потому что... Потом они бьют по карману. Да, потом они бьют. У нас был такой опыт, что они нам били по карману, когда мы, ну, как-то, вот опять же, не очень гигиенично относились к этим платежам. Но лучше регулярные платежи делать регулярно, на то они и регулярны. Так, коммуналка, дальше? Обучение, я еще считаю, что у нас есть. Ваше обучение или обучение ваших детей? Сейчас наше обучение. Ага, то есть вы постоянно вкладываетесь еще и в саморазвитие, да. Получается. Вы какой-то процент туда тоже откладываете? Нет, если посмотреть по предыдущим годам, получается, мы с каждым разом тратим больше. И тратим больше не потому, что стоит дороже, а потому что то, что запросы наши сами растут, и программы обучения, они тоже становятся дороже. Если раньше мы могли обучиться там за... вебинар какой-нибудь там за 5000, да, дневное мероприятие за 6000 там и так далее, то сейчас уже больше 100 000 идут суммы обучения. Ничего себе. А это все окупается, да, это идет? Да, ну мы уже начали работать. У Майи там может рассказать, что собирается делать. А вот про финансовую грамотность в последнее время очень много говорят. Это очень модно, и начинают и детей обучать, как уроки вводить в школе. С какого возраста стоит обучать? У вас дети какого возраста? 6, вот недавно исполнилось сыну, и 4,5 дочки. А, у нас совсем малыши. Очень, как это сказать, заинтересован в деньгах, он копит монеты. Во-первых, потому он нумизмат. Просто возрастное, но ему нравится прямо, он прям знает каждую монету наизусть. То есть у него есть своя копилочка? Да, своя копилка. И не одна, по-моему, уже. У него есть отдельная копилка, где есть рубли, которые он может потратить. Помимо этого, у него есть копилка, в которой есть монеты, которые для коллекции зарубежных стран. Он у нас нумизмат. Ну вот дети иногда не понимают, говорят, купи мне вот эту игрушку, но если она вот какой-то определенной стоимости, или говорят, прям завтра поехали на море, мы им объясняем, что это достигается путем зарабатывания денег. Потом они видят у меня 100 рублей, говорят, ты же уже заработала, давай, покупай билеты на море. Вот как им это объяснить, с какого возраста, как вы думаете? Ну, уже с 5 лет, с 4-5 они уже, ну, имеют понятие о деньгах, могут пойти там в магазине что-нибудь себе купить. Сегодня утром, например, Даяна спросила, а вы еще котлетки не закончили, не продали? Потому что она, кажется, хотела что-то... попросить купить или что-то в этом роде, и она издалека спросила, сделали ли мы работу сегодня, потому что мы ей объяснили о том, что есть знак если равенства между тем, что мы работаем, продаем, например,
например, котлетки, и тем, что есть деньги, мы можем что-то приобрести. Ага, то есть она... мама пап, с папой продали котлетки, могут мне что-то купить. Да, уже логическая такая цепочка выстраивается у человека, да, в голове. Ну, то, что вот в школе начали вводить такой предмет, это вообще, мне кажется, очень полезно. Но у нас этому точно не учили. Вообще нужно ввести, как платить квартплату, как копить деньги. Обычно, ну, сейчас в современной школе, по-моему, такое есть уже, да? Ну, финансовая грамотность, да, есть такие кружки. И в целом, мне кажется, что тему денег нельзя табуировать, и это нужно обсуждать, это нужно прививать к тому, что к деньгам нужно относиться как к одному из обычных вещей в нашей жизни, а не такая закрытая тема. А вот что касаемо семейного бюджета, да, вот вы сами признались, что вы более креативный, импульсивный, а Майя такая более приземленная, такая четкая, да. Стоит ли одному человеку вот на одного взвалить вот это вот? Подсчеты, расчеты, или надо это делать совместно? Нет, если он в этом хорошо разбирается, ну и ему это несложно делать. Мы раньше считали в приложениях, даже будучи студентами, типа стипендию куда потратили. Потом, ну, вообще мы периодично... Записи эти? Да, мы сколько потратили в кафе, в кино, ну вот это все вот ввели. Очень забавные. Потом дети родились, тоже ввели. Ну, иногда забрасываем, конечно, но периодически возвращаемся к этому. А то, что вот планирование совместно. Лучше... Вот главное это планировать совместно. Да. А учет можно одному, тому, кто это делает лучше. Ну, у меня в плане вот продуктов там, и так далее вообще нет никаких проблем. У меня там все в уме просчитываю, а что могу... нужно сейчас взять, что нужно потом. Ну, то есть на продуктах мы, наверное, в общей сумме, может, сейчас этого не скажем, но здорово сэкономили за счет того, что... Ну, я хорошо владею информацией про магазины, где что, по какой цене покупать. Вот. То есть вы не закупаетесь в ближайшем маркете, нет, а прям специально нет. Изучаете, да. Да, где какие цены, какие вот дисконтные карты используете, тоже советуете? Сегодня, например, мы заправлялись, и первое, что я сделал, это предупредил Майю о том, что да, дисконтную карту я использовал. Это обязательно, потому что это... Но если они есть, почему их не использовать? Да. Ну, потому что это же как бонус от магазина идет или от какой-то услуги. У нас много дисконтных карт. Это или, тоже... например, вот кэшбэк, который существует во многих банках, он тоже очень выгоден. А еще тоже. Какие лайфхаки, вот если можно так выразиться, вы бы посоветовали, чтобы сэкономить семейный бюджет? Ну вот покупать... Ну, вообще очень много денег идет на продукцию. Это, наверное, в каждой семье нужно планировать именно покупку портящихся, не портящихся продуктов и прям иметь список, если вы уже утвердились в своем питании и как-то уже знаете, что будете кушать, надо уже расписывать и, например, один день посвящать полностью закупу, чтобы потом каждые 5 минут не бегать в дорогой маркет, который возле дома, например. Я знаю прекрасный ассортимент наших магазинов, там вот цены значительно, не на 5 рублей разница, там достаточно высокая уже разница от оптовых магазинов. Ага. А сколько раз в неделю или в месяц вы ездите за продуктами? Специально вот, запланировано? Мы совмещаем, на самом деле. 1-2 раза, наверное. В неделю? В неделю. Все это заранее планируете, то есть ежедневных заходов в магазин за шоколадкой с ребенком. Как ему объяснить? Но если я вижу, что вот я вот это ребенку возьму, я сразу возьму несколько штук, положу в шкаф и потом уже по одной буду выдавать. Но магазины на самом деле тоже заинтересованы в том, чтобы люди совершали спонтанные покупки, поэтому существуют товары в прикасовой зоне. Лучше ходить без детей, кстати, в магазины. Чтобы... Вот это самый главный, по-моему, прием. Если вы хорошо хотите сделать нормальный закуп, не, идти надо со списком и уже зная, что вы хотите купить. Но бывают же ситуации, что невозможно оставить детей, ну, поэтому... Тогда, ну, не вестись на такое, вот, четко знать. Или предупреждайте своего ребенка, еще не зайдя в магазин, мы возьмем только это. Ты этого хотел или любишь там мороженое, да? И все, больше ничего брать не будем. Договориться, да, уметь договариваться. Эдуард, Майя, спасибо большое, что сегодня посетили нашу студию, поделились своими секретами. Мне кажется, это очень важно, чтобы, если каждая семья начнет действительно так мыслить, я вот учусь вместе со своими гостями, у каждого перенимаю по чуть-чуть, поэтому я думаю, всем станет легче жить. Да.
Спасибо большое, всего доброго. Спасибо. А мы продолжаем наш эфир, дорогие телезрители. Далее будет еще интереснее. И раз мы заговорили о предпринимательстве, многие хотят и даже начинают, но, как показывает статистика, в первый же год закрывают свои ИП почти до 70% зарегистрировавшихся. И зачастую это бывает из-за правовых незнаний. Давайте разберем, какие же существуют правовые риски предпринимательства. У нас в гостях адвокат Павел Иванович Стаценко. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел Иванович. Вот что самое важное должен знать начинающий предприниматель? Ну, по опыту своей работы я могу так сказать. Дело в том, что главное, что нужно понять, человек, когда становится предпринимателем, на него распространяется так называемый правовой принцип профессионализма. Что это означает? Это означает, что к нему суды и правоохранительные органы будут относиться так, как будто он знает закон досконально в той сфере, в которой он собирается работать. Ну, это вытекает из общеизвестного принципа «незнание закона не освобождает от ответственности», но надо понимать, что для обычных граждан, не предпринимателей, все-таки существует ряд определенных презумпций, которые позволяют судам более снисходительно к ним относиться. Предприниматель же становится в сферу процессуального, арбитражного процесса, когда, значит, споры будут разрешаться в рамках арбитражных судов, специальных судов, созданных для разрешения экономических споров между предпринимателями и субъектами экономической деятельности иными. И вот именно эти суды, они исходят из этого принципа. Предприниматель не сможет ссылаться на свои незнания при каких-то либо вопросах. И это порождает огромное количество проблем в самом начале деятельности. Ну, например, буквально последний пример, который был несколько месяцев назад. Предприниматель начал заниматься строительством, брать генеральные подряды на госконтрактах, то есть участвовать в закупках. Возникла определенная правовая ситуация, он не обратился к юристам, сам не изучил закон, специалистов он не нанял. После чего он вынужден был приостановить стройку ввиду того, что сам заказчик не выполнил определенные условия. Mm-hmm. Проблема была в том, что согласно статье 716 Гражданского кодекса, он обязан был уведомить заказчика о приостановлении работ. Он этого не сделал, вроде бы, казалось бы, совершенная мелочь. Все было очевидно, заказчик нарушил условия, стройка была вынуждена остановлена, но вот этого письма, формальности ее не было. И суд пришел к выводу, что подрядчик злоупотребил своими полномочиями, злоупотребил своим положением и вынес решение не в пользу этого предпринимателя. Сейчас это решение находится на стадии обжалования, но и уже и без этого предприниматель, только начавший свою работу, столкнулся с огромным количеством проблем, с требованием о выплате неустойки, убытков, вынужден нести большие, серьезные судебные расходы. Также у меня в практике, например, был случай, когда выставил подрядчик, предприниматель, который работает без НДС, то есть налог на добавленную стоимость, когда тогда было 18%, он выставил документы товарные, накладные с НДС. И таким образом он должен был уже выплатить НДС, несмотря на то, что плательщиком НДС он не был. Тоже, казалось бы, совершенная мелочь. Прописал НДС человек в своих товарных накладных в счетах, фактурах. Но в результате чего получил уголовное дело, потому что невыплата НДС, там суммы были очень большие, а заказчик был достаточно, таким прожженным человеком, знал законодательство очень хорошо и попросил выставить с НДС, якобы для своих каких-то целей. Угу. В результате вот этот вот человек получил уголовное дело за невыплату налога. В итоге это все хорошо, конечно, закончилось, но тем не менее вот эти два примера, они показывают, что человек, становясь предпринимателем, он должен прекрасно понимать, что ему необходимо очень крепко либо самому разбираться в той сфере, куда он идет. Если это госзаказ, соответственно, это законодательство о госзакупках. Если строительный подряд, то законодательство о строительном подряде. Если это какая-то розничная торговля, то правила санитарных условий и так далее. В зависимости от той сферы, куда он идет.
И в противном случае виноватым всегда будет он. В случае, если он чего-то нарушил, либо чего-то не досмотрел, чего-то ну, не предпринял, что должен был. Даже если это ему кажется ну, какой-то такой мелочью, mm-hmm. это может вылиться в очень большие проблемы. Mm-hmm. Вот это самое главное, что нужно уяснить. Павел Иванович, а есть еще такое понятие, как самозанятость? В чем да. принципиальное отличие от предпринимательства и почему важно не путать эти понятия? Ну, самозанятый – это человек, который не является предпринимателем, но при этом он осуществляет свою деятельность. То есть это, в принципе, налоговый режим. Но предпринимателем как таковым он не является. Ну, таким может быть частно практикующий фотограф, например, либо там женщина, которая занимается там, швейным бизнесом и так далее. Это, значит, только связано с налоговыми определенными преференциями. А вот касательно предпринимательства, это человек, который как бы, занимается, уже зарегистрировал ООО, зарегистрировал ИП и так далее, и уже вступил в отношения предпринимательства. Угу. А если вот учредителей несколько, вот группа товарищей решили создать ООО, как правильно они должны составить этот договор, устав? Значит, смотрите, очень важный вопрос, потому что ну, ООО – это такая форма отделения капитала, частного капитала от капитала предприятия. Значит, вообще юрлицо, оно смысл юридического лица заключается в том, что человек, предоставив долю и организовав юридическое лицо, уже юридическое лицо самостоятельно несет обязанности и права по отношению к тем лицам, с которыми заключает договор. Учредители же, их имущество отделяется. В этом отличие от индивидуального предпринимателя. Предприниматель всегда несет своим личным имуществом ответственность по тем долговым обязательствам, по которым у него они возникли. И здесь, значит, что нужно сделать? Ну, во-первых, конечно, нужно составить соответствующие документы, в том числе через нотариуса, прописать обязательно, прописать, значит, полномочия учредителей. В принципе, это все есть в базах интернета, конечно. Но здесь важный момент, наверное, самый важный момент будет распределение долей. Дело заключается в том, что большая проблема возникает, когда доли распределены ровно, 50 на 50, например. И если двое учредителей, например. И тогда получается, что решение невозможно принять. Ну, например, один из учредителей стал генеральным директором, второй простым учредителем. И вот у меня, допустим, на практике тоже был такой случай, когда двое предпринимателей разругались, разошлись. Значит, учредитель, который был директором, не предоставляет документацию, не предоставляет отчеты, не предоставляет какие-то документы, не дает, собственно говоря, посмотреть документацию в 1С и не предоставляет деньги, да, за выплату. Угу. Большая проблема, и предоставляет еще отчеты нулевые, то есть говорит о том, что деятельность предприятия убыточная, условно говоря, хотя понятно, что она таковой не является. Это очень большая проблема, потому что даже созвав собрание, ну, собственно говоря, будет два голоса, и они будут равные силы иметь. Соответственно, решение не принято. На самом-то деле этот дедлок, как его называют неофициально в правовой среде, он очень тяжело разрешается. Поэтому вот эту часть нужно понимать, что кто-то из предпринимателей должен занимать больше вес, а второй предприниматель должен занимать меньше вес. Либо необходимо делить на трое ну, каким-то образом. То есть изначально, когда вы договариваетесь, нужно в голове держать, что может произойти такая ситуация, когда вы разойдетесь, и вы должны понимать, как этот бизнес надо будет делить. Вот об этом надо на берегу договориться уже, да? Да, конечно. И вот следующий мой вопрос, как раз вы опередили. Что делать, если один из учредителей изъявит желание выйти? Вот, значит, смотрите, есть два, наверное, таких, ну, всю палитру споров мы, конечно, разрешить здесь не можем, но два, наверное, основных момента. Когда, как я сказал, у нас есть 50 на 50, и, в принципе, нельзя собрать собрание и
решить эти проблемы и, скажем так, когда доли распределены неравным образом. Здесь два выхода есть. Первое, можно написать заявление о выходе из этой ООО. В таком случае общество с ограниченной ответственностью должна будет выплатить действительную стоимость доли, реальную стоимость доли, не номинальную ни в коем случае. И участник, если не согласен со стоимостью этой доли, допустим, считает, что общество занизило эту стоимость, он имеет право оспаривать, доказывать, что реальная стоимость доли гораздо выше через оценку, через судебную экспертизу. Но опять же, видите, то, с чего мы начали свой разговор, да, все переходит постепенно в судебный спор, а там действует принцип профессионализма, и те ошибки, которые вы допустили, будут использованы, собственно говоря, так или иначе будут использованы против вас. Поэтому каждый шаг человека, который он поступает в предпринимательство, он должен сопровождаться все-таки грамотной, хорошей консультацией юриста, бухгалтера, экономиста, финансиста и так далее. Все-таки экономить на этом не стоит, можно гораздо больше отдать. Второй себе момент, дороже, да? Да, себе дороже, конечно, может быть. Угу. Второй момент, значит, как я сказал, заявление о выходе. Второй, если, допустим, у нас 50 на 50, то и не получается каких-то образом, то необходимо, опять же, устраивать судебный спор и выставлять требования о предоставлении документов, об обязании, значит, выплаты определенных финансовых средств и так далее. То есть не выходя из бизнеса, но тем не менее как бы заниматься корпоративным спором без судебных процессов, конечно, это сделать невозможно. Сейчас вот довольно распространено, даже в объявлениях можно найти о том, что продается готовый бизнес. Перед тем, как купить его и вступить вот в это все дело, ввязываться, что нужно знать? Ну, во-первых, конечно, нужно понимать историю этого бизнеса. Нужно посмотреть, первое, наверное, что бы я сделал, это проверил наличие арбитражных споров. А второе, проверил наличие налоговой задолженности. Но надо понимать, что срок исковой давности составляет 3 года. А общество отвечает всем своим имуществом по своим долгам. Вы можете не знать о том, что общество заключило какие-то долговые обязательства с кем-то. Это нигде не отражается и так далее. А в течение 3 лет после приобретения вами готового бизнеса вы рискуете тем, что этот человек предъявит соответствующие требования. Да, конечно, вы можете потом предъявить регрессные требования к тому, кто продал вам этот бизнес, но нет никаких гарантий, что этот человек будет иметь определенные финансовые возможности возместить вам эти средства. Поэтому, надо думать. Спасибо большое, Павел Иванович, за ваши советы. Я надеюсь, что в практике они пригодятся нашим телезрителям. И, дорогие телезрители, мы планируем рубрику «Правовой ликбез» с адвокатом Павлом Стаценко сделать регулярной, поэтому вы по нашему номеру WhatsApp можете отправлять свои вопросы и пожелания для наших следующих тем. И на этом я прощаюсь с вами. Наш эфир подходит к концу. Желаю вам, чтобы дебет с кредитом обязательно сходились. Всего вам доброго. А завтра в это же время в этой студии смотрите передачу ЕГЭ с Евгенией Ариановой.